пора. Ну, будете у нас на полне. Будете у нас на полне, милости просим. Нет, лучше вы там. Счастливо. Thank you.
Thank you.
сейчас все строим. Он за 500 дней, он
водитель живой, говорят. А вот слава Богу. Убираешься, да? А? Борта, да? Вот не знаю, я вон с маленькой. А вы откуда на маленькой такой? С этими номерами. Пароходом все? Да нет, просто переехал, гоняю по России. Из Мурманска в Магадан? Из Москвы в Мурманск, из Мурманска в Магадан. Из Магадан. По дороге слышно? Ну да. А что там такое несерьезное машина? Если бы знал, был бы жив. Сейчас я сниму. 120-й? Грузовичок нормально был. Ну, прадик. Я уже пробил резину себе один раз. Пока ехал, вот. Нет, нет, я имею в виду 120-й Прадо, это 4-литровый, нормально, мотор мощненький, экономичный, столько же примерно будет жрать, как это. Что у него случилось? Колесо лопнуло или уснул? Нет, видишь, он откуда пошел? Ну да, потащил влево. Он начал ломать этот бордюр, не бать копать откуда. Вон откуда начал валить его. Была бы легковушка, бордюр бы вытерпел. А это уже... Ну, по ширине там войдет, торчать не дает. Причина неизвестна. Никто не знает. Ну, водитель жив. Говорят, в кафе вы сейчас сидит. Отдыхает вроде бы. Вот откуда начал он рушить отбойники. И в итоге страшно. Сейчас будут вытаскивать его. Маленькую машинку бы это выдержали отбойники, а такую дуру. Сиденье убрали, положили. А куда же можно? Ну, куда-то.
Thank you.
постояли, поболтали немножко. В общем, он говорит, что водитель приморнул, задремал за рулем. Сон за рулем — это страшная вещь. Вот, ладно, вперед поехали. Так я и не нашел свой блок. Сигаретку я его сунул, не знаю. И, блин. Ладно, сейчас доеду до привала Небольшого.